В Атырау многодетный одинокий отец справил новоселье. В рамках акции «20 добрых дел» член партии «Нур Отан» Алибек Семгалиев подарил жилье многодетному отцу, который в течение 20 лет скитался по съемным квартирам. Сегодня счастливый день для семьи Кайрата Алипанова. Остались позади печальные дни, когда он кочевал по маленьким съемным квартирам. Кайрат Алипанов – отец и мать в одном лице для своей многодетной семьи. Его жена, не выдержав трудности быта, оставила детей мужу и ушла от семьи. С тех пор он несет груз ответственности за своих детей. Трудится дворником в двух детских садиках. Сегодня он выразил благодарность члену партии «Нур Отан» Алибеку Семгалиеву за его подарок и прослезился. Я очень рад. Выражаю свою благодарность таким депутатам. Он сделал очень благое дело. Раньше мы снимали жилье и переезжали с места на место. Девочки подрастают, не было места, где спать. Подаренное жилье очень удобное, хорошее, мне понравилось. Комнаты большие, просторные. Известный предприниматель Кайрат Кудайберген, приехавший в наш регион по командировке, поздравил с новосельем и сообщил, что подарит мягкую мебель для нового дома. Тот же самый показатель Асара, да, то есть я специально приехал с Алматы поддержать своего коллегу-депутата, я сам являюсь депутатом города Алматы. И вот сегодня мы Харике хотели поддержать тоже от алматинцев, от себя лично, да, мы вот хотели подарить мебель этому дому, для того, чтобы все-таки это наш вклад в Асар, потому что Атырау – это богатый, хороший регион, здесь живут по-настоящему честные и правдивые люди, которые никогда не стесняются говорить свое мнение, да, и для меня это всегда было честью дружить именно с людьми из Запада. У Кайрата Ага старшему ребенку 16 лет, младшему – 3 года. Старшие дочери помогают отцу, они отличницы учебы и уже планируют дела в доме. Гульшат Бакбергенказа, Фархат Тажибаев, служба новостей.